В соцсетях появилось видео необычного дорожного конфликта. В центре города на Красном пути водитель ленд-крузера вышел из машины, чтобы выяснить отношения с владельцем Toyota Corolla. Хозяин легковушки предпочел уехать, однако водитель внедорожника успел у него оторвать задний номер. Свидетели разборок предполагают, что незадолго до этого Corolla столкнулась с ленд-крузером, и таким образом владелец внедорожника пытался задержать нарушителя. Очевидцы также сообщают, что у кинотеатра «Маяковский» преследователь остановился возле экипажа ДПС и обратился к полицейским.